и праздники, это отличники, это проказники, соревнования, олимпиады, конкурсы, грамоты, концерты, награды. Все завершилось в намеченный срок. Что ж, подведем школьной жизни итог. Добрый вечер всем, кто собрался в нашем прекрасном зале. Мы приветствуем администрацию нашей школы, безумно волнующихся мам, пап, бабушек, дедушек. Сегодня в нашей школе чудесный праздник, праздник, которого с нетерпением ждали выпускники. И не потому, что вместе с ним заканчивается школа, а потому что на школьной жизни более волнующего момента, чем тот, когда ты в последний раз входишь в стены родной школы как ее воспитанник, а выходишь самостоятельным взрослым человеком, принадлежавшим уже другой жизни. И вот оно, самое яркое, волнительное и незабываемое событие – выпускной бал. Последний аккорд детства и первая нота вступления во взрослую жизнь. Все замерло, наряды влечут. Еще чуть-чуть и здесь, у нас, они появятся сейчас. Прошу всех встать, идет 11 класс. Страница первая, словами добрыми расшита. Внимание, они уже идут, и все по алфавиту. Встречайте, приветствуйте, запоминайте их, выпускники 2024 года. Куйкулова Альбина, Иксанова Регина, Куланова Анна, Михайлова Евгения, Михайлова Самира, Писяев Владислав, Рамазанов Назар, Закимкулова Алина, Родионова Кристина, Савина Милана, Кремасова Аделя, Танина Дарья, Касанова Лиана, Шарова Екатерина, Непринцева Вероника. Внимание! Торжественная часть выпускного вечера объявляется открытой. Как долго ждал ты этот миг, гнал дни и месяцы, о будущем мечтая. И лишь сейчас, возможно, понимаешь, что школа пройдена, ты просто выпускник. Так пусть же не смолкнет в сердцах у вас, пусть звучит и волнует снова нестареющий школьный вальс зимним вечером выпускного. Пролог перед балом — пустые слова. Но перед тем, как начать представление, хочу, чтобы у вас сложилось впечатление о главной причине сего торжества. И вот он, этот день, какая дата, какой торжественный момент у всех ребят. Вручается достойная награда за все года учебы аттестат. Дорогие выпускники, к вам обращается с видеопоздравлением министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов. Дорогие ребята, сегодня вы прощаетесь со школой и открываете новую страницу в своей жизни. Перед вами все дороги. Вам предстоит выбрать профессию по душе, получить новые знания, умения, навыки, претворить в жизнь свои мечты. 664 тысячи ребят сегодня закончили 11 класс и попрощались со школой. Уверен, что у каждого из вас все получится. Вы приобрели глубокие знания, на которые сможете опираться в дальнейшей учебе и в жизни. Ваши педагоги сделали все, чтобы каждый из вас был успешен. Вложили в вас свою любовь, мудрость и опыт. Теперь дело за вами. Учитесь, творите, совершенствуйтесь. Никогда не сдавайтесь, развивайте свои способности, будьте целеустремленными и уверенно двигайтесь вперед. Вам предстоит стать настоящими профессионалами. В ваших руках будущее нашей страны. Дорогие друзья, поздравляю вас с окончанием школы и желаю каждому из вас больших успехов. Самая торжественная минута нашего вечера. Церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании, аттестатов зрелости. Для вручения
вручения аттестатов мы просим подняться на сцену директора нашей школы Дмитрия Владимировича Ильева и заместителя директора Снежану Николаевну Шабалову. Уважаемые коллеги, родители, наши выпускники, вот наступил тот момент, когда вы прощаетесь со школой. 11 лет пролетели как один миг. Остается совсем не чуть-чуть для того, чтобы в своих собственных руках держать аттестат о среднем общем образовании. Вы уверенно, достойно прошли государственную итоговую аттестацию. И мы сегодня будем вручать аттестаты всем выпускникам нашей школы. Были небольшие огорчения, были моменты, когда что-то чего-то где-то не хватило. Не надо огорчаться. Все впереди. Вас ждет большая, интересная жизнь. Длинная дорога. Она не будет всегда прямой. Нужно будет идти не всегда прямо. Где-то повернуть направо, где-то повернуть налево, обойти препятствия. И все равно взять тот рубеж, который необходимо взять, который перед собой вы поставили. То есть достичь той цели, к которой вы идете. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, удачи, успехов. Пусть у вас все получится. В ближайших испытаниях, поступления в то учебное заведение, которое вы себе запланировали, чтобы у вас эти желания и мечты ваши сбылись, чтобы вы поступили в то учебное заведение, куда вы хотите поступить. Мы искренне желаем вам этого. Успехов. Добрый путь. Добрый вечер, уважаемые педагоги, дорогие выпускники, родители, гости нашего праздника. Буквально месяц назад я стояла на этой сцене и поздравляла наших выпускников с допуском государственной итоговой аттестации. Сегодня мне вдвойне приятнее стоять на этой сцене, поздравлять вас с успешным прохождением государственной итоговой аттестации, с вручением аттестатов. Дорогие наши выпускники, я желаю вам прежде всего крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, гладкой вам дороги по жизни, поддержки близких, родных, ну и всего вам самого наилучшего. В добрый путь, дорогие выпускники. Аттестат о среднем общем образовании с отличием. Серебряная медаль вручается Давлетову Ленару Радиковичу. Образование с отличием. Серебряная медаль вручается Кулаковой Анне Андреевне. Михайловой Евгении Олеговне. Аттестат о среднем общем образовании с отличием. Серебряная медаль вручается Михайловой Самире Александровне. Знаете, для чего? Самира, было задание. Ты провела анкетирование, расследование. И твой ответ. В 1984 году вы пошли в школу.
1994 году вы закончили школу, и в 2024 году заканчиваем школу. Все правильно. 22 июня 1994 года у меня был выпускной. Прошло чуть больше, чем 30 лет, но 30 лет, круглая дата. Молодец! Разведка нанесла хорошо, да? Спасибо за мир. Давайте продолжим. Аттестат о среднем общем образовании вручается Гаиткуловой Альбине Равилевне. Аттестат о среднем общем образовании вручается Иксановой Регине Руслановне. Аттестат о среднем общем образовании вручается Писяеву Владиславу Станиславовичу. Аттестат о среднем общем образовании вручается Рыкимкуловой Алине Рамилевне. Общем образовании вручается Савиной Милане Артемовне. Общим образованием вручается Ханиной Дарье Николаевне. Аттестат о среднем общем образовании вручается Хасановой Ляне Фанировне. О среднем общем образовании вручается Шаровой Екатерине Викторовне.
вашими детьми, ваши боли, не только головной, но и сердечной. Мы понимаем, что за нами придут другие поколения, другие выпускники. Может быть, они будут хуже нас, может, лучше. Но суть не в этом. Главное, что это не мы. Уходя, мы говорим «до свидания». Не верьте тому, кто скажет, что после выпуска мы забудем своих школьных учителей. Не верьте, мы не такие. Мы ждали, волнуясь, этой минуты. И вот она, воля, в руках аттестат. Но сердце, не знаю, стучит от чего-то. Не только у девушек, и у ребят. Стучит, ведь, наверное, непросто из школы уйти в неизведанный путь. И мы повзрослели, и дело не в росте, а цели уже никуда не свернуть. Учителям мы говорим тепло и просто, такие добрые слова. Желаем творческого роста, чтоб не болели никогда. Чтоб ежедневно на работу с улыбкой шли вы не спеша, и чтоб с работы возвращались, все пело, тело и душа. Чтоб ваше сердце не болело, чтоб, наполняя паруса, одним простым кусочком мела вы открывали чудеса. От всей души с любовью и погоном мы вам желаем счастья, долгих лет, девчонок, учениц пригожих, хороших мальчиков, учительских побед. В школе наше солнце ярче светит. Вот и все, настало расставание. И где-то ждет нас там задание дали. От чистого сердца тебе говорю, школа родная, тебя я люблю. Люблю тебя летом, зимой и весной. Останется сердце навеки с тобой. Хочу тебя видеть красивый, цветущий, чтоб сад окружал тебя стукущий, чтоб дети всегда наполняли тебя, и чтобы не старели учителя. Чтоб детвора здесь хотела учиться, чтоб выпускниками могла ты гордиться. Прощай, родная школа наша, прощай, любимый светлый класс. Уходим ночью со школы, не прячу грустный свой глаз. Со школы час пришел прощаться, и чувства разные теснятся. Пройдет и год, и много лет, судьба на место всех расставит. Одних, наверное, вас славят, другим преграды понаставят. Но вы с судьбой своей играя, порой шишки набивая, не торопитесь отступать, дано лишь сильным побеждать. Чей-то крик вновь
поднял ты глаза в высоту, где голоса плывут, там люди в небеса. И тебя с собой зовут полететь по белому свету, став одним движением ветра, лететь куда-то вдаль. И не думать, как приземлиться, а у птиц в свободе учиться, оставив все то, что жаль. По белому свету, став одним движением ветра, лететь куда-то вдаль. И не думать, как приземлиться, а уйти в свободе учиться, оставив все то, что жаль.